холодильнике опять мышь повесилась. Ух ты, уже шестая за месяц. Выкинь ее, а. Ух ты, какая петелька аккуратная. Что ты разглядываешь? Просто выкинь и все. Вдруг ее повесили. Кто? Мыши-убийцы. Давай дождемся заключения экспертов. Давай дождемся, но мне сейчас вообще жутко. Выкинь мышку. Надо будет кошку купить. А то они из нашего холодильника мавзолей сделают. Ты такой смелый. О, вообще. Сегодня тебе не нравится моя интонация. Завтра тебе я не буду нравиться. Может, мне вообще уйти? Что ты переворачиваешь, что? Андрей Борисович! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Сэр. Давненько не было вас! Давненько не заходил к вам, да. Ну что у нас тут? Что у нас тут? У нас тут все хорошо. Все хорошо? Да. Шьем сами все. Да нет, все по лицензии, все Милан, Италия. Вчера еще по подиуму ходила. Да. Работают на предприятии у нас только граждане России. России, только граждане России, да. Приезжих никого нет? Нет, откуда приезжих? Нет. Ну что ж, это хорошо. Да, хорошо. А что у вас тут вот в переодевалочке в нашей? Непорядок здесь. А, рубашка, Андрей Борисович, пришла. Ваш размер, ваша любимая расцветка в квадратик. Да что вы говорите, клеточку, да? Ой, как идет, точно. Как идет, по вам. Ну, я смотрю, у вас там в переодевалочке-то непорядок. А, и галстучек к нему пришел. Прям любимый ваш вот узелочек. Вот прям, ой, ай, как хорошо. Да, ведь у вас там... У нас там платье с рюшами для жены пришло, Андрей Борисович. Ай, бесподобно. Я хотел сказать, в переодевалочке-то у вас там все хорошо. Все у вас там в порядке. Да. Ну что, я пошел. Да. До свидания. До свидания, Андрей Борисович. Когда в следующий раз зайдете? Зайду, когда надо будет зайду. Когда надо. Заходите, когда надо. Да. 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 Архыз, Борис. Рубашку, галстук и одно платье сверх нормы. Че встали? Ну давайте работайте! Ну бегом, бегом, ребятушки, давайте, родненькие! Давайте, новая коллекция на подходе! Дорогая, тебе вот этот галстук как? Дорогая, ты что, не собралась еще? Мы опаздываем вообще-то уже. Я никуда не пойду. Ну что опять-то началось? Ну что случилось? Иди один. Что один-то? Как один? Зачем я туда один пойду? Что случилось? Неважно. Тебе нечего надеть? Нет. Нет. Ты толстая. Нет. Я поздно тебе сказал собираться, да? Нет. Нет. Что-то случилось? Нет. Что-то случится? Нет. Что-то в данный момент случается? Нет. То есть это не past, не present, не future simple? No.
Логика кончилась. Включаем женскую логику. Ты постарел на один день. Нет. Скоро рассвет выхода. Нет. Ну все, ну сдаюсь, честное слово. Что случилось? Говори. Мне нечего надеть. Как так-то? Я первый вопрос тебе задал, когда зашел. Тебе нечего надеть? Нет, сказала. Ну, я так и сказала, нет. Значит, нечего надеть. Да почему голова-то не квадратная у вас после этого-то? Я не понимаю. Ладно, давай посмотрим. Давай. Давай, давай. Давай посмотрим. Нечего надеть. Это тебя полнит. Да. Да. Это тебя худит. Да. Это тебя сквозит. Да. В этом ты пробивала булит. Да. В этом ты разгружала карбид. Да. В этом ты болела за зенит. Да, 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 да. Вот! Вот, мы только вчера купили, ты ни разу не носила еще. Дима, я его купила, чтобы купить, а не чтобы носить. Короче, ты идешь или нет? Просто ты будешь такой красивый, а я буду тебя позорить. Да не будешь ты меня позорить. Буду-буду, я себя знаю. Короче, ты идешь или нет? Иди один, я не обижусь. Точно не обидишься? Точно. Нет, точно или точно? Точно. И припоминать потом не будешь до конца жизни моей, да? Не буду. Ну все, давай, все. Я быстро, я пошел. Угу. А поцеловать? И все? Все, давай, я пошел. Ты меня любишь? Конечно, конечно. Че, конечно? Я тебя люблю. Я пошел? Я просто знаешь, чего не могу понять? Почему мне постоянно из тебя приходится это вытягивать? Что это? Что ты меня любишь. Я люблю тебя. Я пошел? Иди, иди. Но я обещал, правда. Мне ты тоже много чего обещал. Ну не начинай, ну что, ну? Я пошел. Иди, иди. Что за иди, иди такое? Мне вообще не нравится эта интонация. Конечно. Сегодня тебе не нравится моя интонация. Завтра тебе я не буду нравиться. Может, мне вообще уйти? Что ты переворачиваешься, что? Я пока еще ухожу, уйти не могу полчаса. А, уже не мы, а я ухожу. Давай, вали! Да и свалю с удовольствием! Из этого дурдома! Неужели я заслужила такого отношения? Алло, ты где? Уже в метро? Значит, ты все-таки без меня пошел. Забери меня, я тоже пойду. Ну, давайте для начала бутылочку Бордо.
1903 года. В этом году было такое холодное лето, и получилась такая небольшая кислиночка в букете, мне очень нравится. Так, Бордо 1903 года. Отличный выбор. В дорогом ресторане даже мухи руки моют. Здравствуйте, Леонид Иванович. Здравствуйте. Вот решил пообедать чего-то. Мы рады, что вы пришли именно к нам, в наш шикарный ресторан. Сегодня я директор этого ресторана. Буду лично вас обслуживать. Спасибо, очень признателен вам. Ну, давайте для начала бутылочку Бордо 1903 года. В этом году было такое холодное лето, и получилась такая небольшая кислиночка в букете, мне очень нравится. Итак, Бордо 1903 года. Отличный выбор. Бордо 1903 года. Будет исполнено. Вино красное какое-нибудь. Бодяги какой-нибудь, чтоб торкнуло. Бухла дай. На! А, держи. Бордо 1903 года. Прошу. Тот самый вкус. Божественно. Что будете кушать? Давайте-ка мне сегодня ягненка, выращенного на альпийских склонах. Причем южная сторона. С трюфелями и с соусом из шафрана. Ягненка с трюфелями? Сделаем мясо с грибами. Челу жрачки надо. Похавать дай чё. На, жри! Чё делаете? Ягнёнок с трюфелями? Божественный вкус. Хороший аромат. Что-то с ароматом. Воняет чем-то. Что за вонище-то? Хорош вонять, я все хлоркой присыпаю. В уксусе замачивали. Перец. Какие-то специи. Это шафран. Оттеняет трюфеля. Шафран. Знаете, вчера было какое-то поэтическое настроение. Вспоминал стихи вот это, помните? Я помню. Дальше не помню. Минуточку. Кто автор, я помню. Поэтов знаешь каких-нибудь? Простики, знаешь что-нибудь? Вообще знаешь что-нибудь? Я что, Пушкин, что ли? Пушкин. 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 Пушкинс. Конечно, как я мог забыть? Ну, конечно, Пушкинс. Уж я старину Пушкинса-то наизусть, конечно. Вы знаете, все, спасибо, все было здорово. Счет, пожалуйста. Счет, пожалуйста. Вот, пожалуйста, 30 тысяч на чай. Тысячу на чай. Вот тебе рубь на чай. Вот тебе чай. Не отчаивайся! Вот ты вор! Ворюга! Ворюжище! Ворюжище еще. Как дела в Думе? Ничего. Вот как раз я направляюсь. Работай, дружище, работай. Заходите к нам еще, Леонид Аронович. Че, кроликов рикосе делать или под сметаной?
Так, подавай, комплексные обеды начались. А, пойдем, приберем. Да, хованины надо какой-то навести. А, такой. Пойдем, чайку попьем.